Так, Евгений Павлович. Да, ну, я так, это немножко не планово, тема так... Но эмоционально. Да, но эмоционально, но коротко. Получилось так, что я среди своих коллег по базовым кафедрам, вот буду докладывать единственным, честно говоря. Вот, вообще базовые кафедры есть на других университетах. Я по пути строения. Значит, тема по базовым кафедрам, она актуальна и интересна одновременно, и надо учитывать то, что в последнее время мы подошли к решению задачи создания базовых кафедр, не имея практического опыта, не забыв все традиции. Жизнь ушла, менялись формы собственности предприятий и так далее, это все просило свои коллективы. Но тем не менее, решили стать это делать, тем более, что у нас есть предприятие, с которым у нас очень хорошие наступают эти отношения, это вот Климов фирма. И можно следующее. Вот решение, так сказать, совместно, оно было создано 21 января 2014 года, осуществляет подготовку специалистов в интересах этого предприятия. Значит, дальше. Вот здесь в качестве иллюстрации показана аудитория, которая была до и которая стала после. Это все было сделано на деньги предприятия Климов, за что им большое спасибо, Людмила Николаевна, и вам за все ваши, так сказать, труды, правильные. Много было потрачено нервов и, собственно говоря, почти крови. Можно дальше. В настоящее время, вот вы видите как раз здесь фотографию, момент, когда открывается уже официально, так сказать, эта аудитория. Эта кафедра еще до того, как была официально открыта, тем не менее, уже начала работать дальше. В настоящее время идет учебный процесс, и одновременно вырабатывается учебно-методическая документация. Дальше. Ну и кроме всего прочего, по настоянию, так сказать, даже можно сказать, не настоянию, но в каком-то смысле предложению о сотрудничестве между Ильмехом и Климов на базе кафедры БК-1, базовой кафедры, начинают разрабатываться некоторые технологии на основе того, что нужно именно Климову, то есть их как бы заказ. Вот речь идет не о том, что эта работа ведется очень давно, буквально месяц назад. Григорьев Алексей Владимирович, он одновременно является заведующим кафедры БК-1, поставил задачу по созданию определенных аккредитивных технологий. Ну, и что касается коллектива, базовые кафедры, будет коллектив немножко попозже, подхватил эту идею, и вот уже некоторые узлы, они доходят до стадии испытаний. Это вот уже не первые образцы, некоторые уже сломать успели. Вот, хоть испытать. Можно следующее. Ну, кроме кафедры БК-1 предприятия Климов, там вот положили. Следующий, да. Также создана кафедра на предприятии «Малахит» под пирамидой вооружения и морская робототехника. Особенность этой кафедры является то, что там обучаются не только наши студенты, но еще и студенты Морского университета. Обучение ведется на базе тех аудиторий, которые находятся непосредственно в «Малахите». Занятия проводят специалисты. Занятия на кафедре Климова пока что ведутся в основном силами сотрудников ВМИ. Вот. Значит, заведующие здесь Носов Андрей Смешнич, вместе с ним, на основное место его как раз помолодим. Дальше. Обучаются порядка 50 студентов. Здесь не только, как говорится, ВМИ, здесь была проведена работа, прежде всего, молодитов. Были нам желающие там туда пойти учиться. Вот, то, о чем я говорил, подготовленных поточных аудиториях проводятся занятия, аудитория оборудована интерактивными досками и так далее. Ну, в общем, то же самое, что сделал Климов, в этом смысле
также на высоком уровне было все оборудовано. Это как раз момент открытия этой аудитории. Здесь присутствуют как представители Малахита, так и представители военмеха вместе с Коробенко, Морским университетом. Так, еще одна презентация. Третья кафедра, которая у нас есть. На кафедре А3. Значит, кафедра А3 – это космические аппараты и двигатели. Кафедра называется информационная космическая система. В данном случае сейчас на кого-то представителей нет, по той простой причине, что предприятие находится в городе Железногорск, это Красноярск. Но тем не менее, работы также ведутся в основном в плане развития методической базы. Вот дисциплина учебного плана, которую они хотят поставить на поток. Но основная часть и основной акцент, который они хотят сделать, это до подготовки на базовой кафедре бакалавров, которые они получают, вот, и которые будут доучивать уже по окончании, по получению диплома бакалавриата. Ну и кроме всего прочего, на А3 также есть кафедра, здесь подготовлена презентация, прошу прощения, это ядерные транспортные модули и энергетические установки космического базирования. Вот. Это на базе арсенала. Сформированы три группы слушателей. Вот. В настоящее время тоже ведется работа в плане обеспечения учебно-методическими материалами. Но здесь несколько сложнее все, учитывая некоторые, так сказать, сложности, связанные с переходным периодом, что ли. Сейчас не назначен там заведующий кафедрой. Заведующий кафедрой. Ну, это вот такая вот картина, можно сказать, что сделано. Ну, а вообще-то проблем на базовых кафедрах, если честно, полно. Первая проблема, это, как всегда, где взять деньги. Значит, если мы будем базовые кафедры, допустим, комплектовать за счет вуза, то, соответственно, вот наши плановщики, экономисты сразу же говорят, каким образом вы припишете преподавателей, работающих, да, в федеральном государстве, унитарных предприятиях, что мы являемся, вот, к базовой кафедре, которая, по сути дела, является собственностью предприятия. Верно? То есть денег на те штатные единицы, по сути дела, нет, они не предусмотрены учебной нагрузкой. Да? Кафедра и так имеет учебную нагрузку, это как бы является дополнительным. Следующее. Что касается, допустим, предприятий, здесь тоже сложности. Почему? Потому что различные формы собственности, одни федеральные, другие акционерные и так далее. И все это накладывает особенности финансирования, в рамках которых мы можем проводить что? Проводить учебный процесс. А учебный процесс проводится тяжело, потому что мы не можем штат набрать. У нас получается так, что вот для заведующих кафедр мы штат имеем, а уже для их заместителей нет. И вроде бы как получается, эта работа, так сказать, не штатная у человека. Есть такое понятие волонтерский режим. Вот, волонтерский режим. Все это принимают предприятия и ищут, то, как можно профинансировать это. Я уж не буду тут говорить, что конкретно как. И в рамках дополнительного после вузовского образования, в рамках просто, значит, дополнительного образования, в рамках проведения НИР на разработку учебно-методического материала и так далее. Но ищутся те законные пути, которые можно было бы провести, да? Но конкретно на содержание штата преподавателей, на это денег, конечно, нужно. Да. Получается так, что создав все условия и предпосылки для того, чтобы эту базовую кафедру организовать, не позаботились о механизме, каким образом начнем эту кафедру существовать в будут. Это первый пункт. Второй как раз касается учебно-методической части. О чем речь? Речь идет о тех дисциплинах, которые будут преподаваться на базовой кафедре.
Значит, если это идет по линии ДПО, значит, это должны быть те предметы, которые не участвуют у нас в учебных планах, которые утверждены, которые вас проверяют. То есть это должны быть дисциплины, которые либо идут сверх того, либо отличаются. Правильно? Но ведь здесь получается так, что преподаватели вуза, они могут читать определенные вещи, верно? Значит, они должны проходить переподготовку. Это опять стажировка, это опять деньги, и опять, это все, это чертов финансовый вопрос. Ну, а что ж, так оно и есть. Ну и, конечно же, можно сказать, что это вот такие вот детские болезни роста, но уж очень такие, как бы вам сказать, болезненные получаются. Пройдем, конечно, через это. Но вот, желательно, конечно, чтобы вот этот вопрос вот, ставился, раз уж многие университеты образуют и предприятия образуют базовые кафедры, нужно, чтобы этот вопрос, конечно, решался на там, более высоком административном уровне. Иначе, ну что произойдет? Произойдет следующее. Вот, допустим, у нас закончится разработка учебно-методических частей какой-нибудь базовой кафедры. За счет чего будем финансировать работу дальше? Создавать центр творчества студентов? КБ? Трудно сказать. Я, честно говоря, сейчас не могу ответить. Но уже пойдут трудности. Кафедры у нас существуют, ну вот, 2, максимум 3 года. Правильно? Уже скоро будем выпускать специалистов, которые прошли полностью вот эту вот базовую подготовку. То есть начиная где-нибудь с третьего курса для специалитета и кончая пятым курсом, когда они получают диплом. Вот о чем речь. Справимся, конечно же, ну что, просто... Так, Дмитрий Павлович, закончил? Закончил. Вопросы были? Только что закончил. Понял. А, чёртов вы даже говорили. Я сказал, что всему виду это чёртов вопрос с финансированием базовых кафедр. Вот, потому что нет определённого ни установленного порядка, ни для предприятий финансирования базовых кафедр, ни по вузам, так сказать, определять штаты на базовых кафедр, ни какого-либо дополнительного финансирования. Ну, проблема обозначена, сейчас можно поговорить, сказать. Ну, я вот как раз хотел вызвать. Есть вопрос к коллегам. Игорь Николаевич, там кофе проекта там кто-то хочет. Кофе можно попить, да. Кто-то хочет, можно сделать перерыв там, да. Минут на 10-15. Вопрос еще Вот Михаил Викторович, надо отбывать РКК «Энергия» вице-президент. Значит, давайте его заслушаем.